was a boy, very strange, enchanted boy. Say what? There was a boy, very strange, enchanted boy. Say what? Game that we needed, you know, we're just trying to take care of home court. I think we did that, and we just had fun, and we came victorious. Первую четверть у нас не было должного темпа. На индивидуальность делали акцент, можно так сказать. А потом, после того, как тренер побеседовал с нами, хорошо начали выполнять установки, и все получилось. Надо продолжать в том же духе. У нас было окно, национальная сборная играла, мы, в принципе, в хорошей форме. У нас буквально было немного времени, чтобы отточить какое-то нападение, какую-то защиту против Тсмоки-Минска. Я думаю, нам удалось. Первую четверть, вторую четверть мы провалили, но в итоге собрались, нашли нужные силы и начали мы сдавать темп игры. Я рад, что мы победили, тем более рад, что мы победили с большей разницей, чем проиграли на выезде. Для нас это очень важно. Естественно, мы свои задачи не решили. Еще впереди 9 игр, многие из них как раз прямыми конкурентами. Сегодня мы вначале нервничали и слишком были мягкие в защите, а во второй половине, когда мы прибавили в агрессии, мы смогли наконец победить и прежде всего остановить соперников, их снайперов. Эта агрессия помогла нам сегодня выиграть. Я благодарен игрокам за проделанную работу и поздравляю всех болельщиков с победой.